Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дамы и господа. Будем начинать потихонечку. Сегодня у нас, как вы помните, легендарный магазин. Будем его ждать. Я буду, наконец-то, может, свою медузу вытащу. Не уверен, конечно, но буду надеяться на это очень сильно. Все. Телеграм я ссылочку кинул. Сейчас башенку доиграем и начнем потихонечку. Крайне неудачная башня. Единственный, кто первый зашел, это, блин, был Доминус. И все с ним было печально, конечно. 11 уровня он у меня в преддверии предстоящего события, то бишь там темница, по-моему, строгого режима, или как-то так он называется. Доминус, по идее, должен быть лидирующим. Ну, я бы, конечно, не отказался, если бы был Зарма. Но Доминус тоже, в принципе, ну, 11 уровень, 3 уровня, получается, надо будет брать. Особо изумрудов там нету, чтобы проходить. Так что, ну, хрен его знает. Еще, в принципе, неделя. Ладно, здесь заканчиваем. 6173, ну... паршиво, откровенно говоря. Грубо говоря, там около 500 монет я недополучил. Ну, набьем потихонечку. Потихонечку набьем. Так, ну, по событию... Господи, это событие. Открыл я в итоге 5 этих сундуков бонусных. Сейчас посмотрим просто, сколько я искр потратил. Потому что искры мне не падали от слова «совсем». От слова вообще. А, ну даже до сотки не тянул. 95 тысяч, я говорю, искры вообще не падали. То есть просто печаль, беда. Еремей, да, не стоит брать. Игорь, привет. Игра о Боргии. Не стоит брать, но нужна очень высокая прокачка ей, чтобы она заработала хотя бы, ну, скажем так, в 2/3 своей силы. Нужна очень сильная прокачка ей. Так, сейчас я тут все пособираю, пораздаю. Так. Ну что? Так, где я там писал? Кого вы там накидали из героев? Из героев вы накидали Селкит, Апеп, Скраб, Лоскут, Крыса, Мина, Красная Жрица, Влад, Чуба, Юстия, Матерасу, Юлия, Чуба, Жрица, Доминус, опять же, и Йорик, Шершах и Матриарх Иона. Я смотрю, все хотят посмотреть про вампиризм, ну. Не-не, здесь пидоров нет. Привет, Прожик. Огрока или Мин? Слушай, ну это, честно говоря, трудно сказать. Это абсолютно разные герои. Мне, например, больше нравится Ми, но Огрок у меня, ну, к счастью или к сожалению, прокачан лучше. Поэтому я пока использую Огрока. Но как только я Ми доведу до приемлемого мне состояния, скорее всего, я вместо Огрока возьму Ми. Потому что ее мгновенный эффект гораздо сильнее, чем Огрока. Плюс эта девочка. Огрок буквально, ну... Нет, он периодически вытаскивает партии. Я ничего не могу сказать. Огрок периодически тащит, и притом нехило. Но Огрок очень растянут. Вот в чем все дело. То есть у него урон очень растянут. Из-за этого вся его и проблема. То есть он вышел, да, он может снести стол точно так же, там, при удачном стечении обстоятельств. Но после этого он, грубо говоря, ну, и либо и остро на него приходит, либо немота откуда-то еще. То есть Огрока немотят постоянно. На Ми такого пристального внимания нет. Ее, во-первых, и остро, и не занемотить. А это уже очень большой плюс. И из-за этого, как бы, в плане Огрок Ми, конечно, Ми немножечко выигрывает.
природа нужна. Ну, если природа, то, ну, однозначно ми, как бы. Но я тебе говорю, учитывая то, что нужна очень высокая прокачка. То есть давай вот ради интереса просто возьмем. Ну, давай уже загрузить. Так, ближники. Для начала... Так, огрок у меня уже здесь взят. Сейчас природу возьмем и посмотрим. Где там наша мимишка? Вот мимишка. То есть, ну, даже если вот так брать, раздает атаку, наносит урон трем случайным. Ну и плюс получает блок. Выглядит все очень красиво. Реализовать очень сложно. Мишка наносит, ну... Опять же, если сравнивать на 16 уровнях, то есть наносит 75 урона от здоровья случайного врага. Опять же, чистый рандом может от куста нанести, может нанести от максимального какого-то там героя. При смерти союзника дает, соответственно, здоровье союзному варлорду. И появление мужчины получает 17. То есть там больше забафер командный все-таки. Здесь забафер одиночный, то есть чисто себя бафает. Здесь немножко раздает здоровье. Ну, если сравнивать урон, то она наносит урон при выходе, он наносит доп. Урон постоянно. Ну, и там он для себя, опять же, получает блок, здесь она раздает здоровье. То есть, абсолютно разные герои, по большому счету. Единственное, что в нанесении урона, но у него он, у Мишки он разовый, у Огра он как бы на протяжении, пока его не засалят. То есть, он так и будет идти. Ну, и, конечно, надо их будить на 16-м, что Огрока надо будить, то есть, увеличение блока. Что Мишку надо будить, у нее идет прибавка лечения. То есть как-то так. Ну и плюс, вот этот урон нужно, конечно же, максить до 100. При 100% она начинает работать в полную силу. У Огрока, ну даже вот в принципе, во-первых, у него этот урон увеличится только на последнем пробуждении, то бишь на 26 уровне. А на тех уровнях его уже, ну, я вообще не видел, чтобы его использовали. Там урон довольно мал, даже если он там будет наносить трем героям по сотке, по 150, это мало. То есть в этом плане Мишка, конечно, будет выигрывать на поздних стадиях, когда она будет там при выходе сносить, там, ну, допустим, все, весь стол, а Огрок при выходе будет наносить там трем героям, а там уже герои будут идти там с 1000 здоровья, блин, он будет наносить там, ну, пускай даже по 200 урона трем врагам. То есть как-то, ну, такое себе, скажем так. Привет, Александр, благодарю. И тебе хорошего настроения. Ну, основной танк, да. Сергей, привет. Не, ну, четвертая лига нам пока не светит. Объективно. Пилот, здорово. Так, ну что, будем что-нибудь мутить, наверное, тогда с этим. С декой вампиризма. В принципе, вот эта вот дека... ну, сборочка, которую я сейчас играю. То есть, в пятую на полшишечки, пожалуйста, на ней залететь легко, как я... Ну, я ее уже показывал в отдельном видео, она есть. То есть, очень сильно не хватает просто тупо уровней. Нет уровней, нет статов. То есть, мы теряем тут просто гору статов. Вот, три героя 16 уровня, остальные герои 11, ну, вот, 12 уровня. Это крайне слабо. То есть мы теряем море статов, мы теряем там кучу плюшек от всяких умений, поэтому ей пока рано. То есть в пятую на пол шишки залететь ей легко, а вот вылететь оттуда тут же пенделем вообще элементарно. Поэтому, ну, шестая, взять пятую, короче, ей можно. Все, что далее, нет. Пока, к сожалению, нет. Ну и вот общая мощь, если так вообще брать. Сейчас я вот эту щелкну пачку себе на память. Чтобы потом опять не мучиться, не собирать, мозги не врубать. Вот, в принципе, как выглядит моя максимальная пачка на данный момент. Здесь вообще нет стрелков. Ну, вот два стрелка, это, соответственно, 16 уровней, это Худу и Мьёльнир. Нафиг мне к чертовой матери не нужен он. Если бы еще карточка на него упала, я бы его пробудил, наверное, и дальше погнал бы потихоньку. Потому что, ну, вот в таком состоянии он, короче, нафиг не нужен. Это, блин, 16 уровень, 2 пробуждения. Говно. Просто говно. Абсолютно бесполезное. Как я его не пытался заиграть, это говно. Если кого-то обидел, ну, извините, но реально. Я объективно сужу об этом герое. Худу базару нет. Худу будить пока
не будет карточек на 16 уровень снова его качнуть, вообще смысла нету. Ну, увеличится здесь отвлечение, блин. Да и хер ты с ним. Исцеляет героев там ближнего боя. Основное это все равно тотемус. И тотемус 0,287 объективно лучше, чем тотем 0,78. Ну или там, пусть будет там 100-50. Будет. Поэтому худо будить вообще никакого смысла не вижу. Вот если бы на того же самого Цукамагами нападало бы до 11 уровня 600 карточек, я бы его тоже пробудил бы третий раз. По поводу крокодила, спорно. Здорово, конечно, у него кража увеличивается очень сильно. Но, блин. Хотя, в принципе, да, тоже, наверное, можно будет будить, когда будет до 11 уровня. То есть, ну, Муна вот еще до сих пор я так ее и не догнал до 16-го. Что-то вообще она мне не выпадает нигде. Вот тогда на событии нападала, которое я прошел как раз. Вот она мне тогда хорошо падала, вот до 15-го ее догнал, и все, тишина, все пропало, вообще ничего нет. А 153 камень поинтереснее, чем камень 82, почти в два раза. Ну, дело такое. Так. Ой. Так, а из стрелков природы кого? Драгара у меня не выпало с прошлого магазина. Есть плюс. Тики. Мне наконец-то Грейс в магазине пришла. Поздравляю. И то 25 карточек всего. Ну, я понял. Слушай, из природных стрелков... Ну, во-первых, да, это, конечно же, Худу. Он отлично заходит, Худу. Во всюду, в принципе. И, кстати, в лиге он тоже хорошо играет. Если у тебя хорошо прокачан Виксен, тот же самый, можно юзать Виксена. Если хорошо прокачан Тенгу, можно юзать Тенгу. Мелия даже просто как одиночный, если она, опять же, прокачана достаточно. То есть, ну, вот так вот. То есть, не обязательно 21, у меня просто она пробуждена один раз только. Если у тебя, там, по-моему, после второго или после какого там пробуждения. А, так. А, ну вот, как раз на этом, на 11 уровне пробуждения, она вот 32 становится, и, соответственно, там, по-моему, на 11 или на 16 уровне она будет травить на 65. В среднем. И вот она тогда становится уже вполне себе играбельной. То есть, даже если нету к ней там тех же самых флоссов, чтобы ядов там накидать, еще что-то, этого вполне достаточно. Ну, на худой конец, кстати, видел я сов, но сова должна быть перекачан. Это однозначно, то есть она должна быть в идеале на 16 уровне пробуждена, и тогда она играет новыми красками. Ну, потому что как бы вот эти вот там 12-20, это не актуально. Здесь вот после пробуждения на 16-м она ворует сходу 27. Соответственно, это на 6-м, 11-м и 21-м, ой, и 16-м будет увеличено. Ну и там будет воровать она там по 60, или там, поскольку по 65. Не знаю, если у кого-то сова прокачанная, то подскажите. Ну, конечно, так из природы это драгара. В принципе. Вот. Я, кстати, сейчас Мизу вот юзаю. Очень даже симпатично выглядит Мизу. Но, опять же, нужна прокачка хотя бы. Хотя бы вот еще раз пробуждать надо, то бишь на 11-м, и качать дальше. Тогда у нее элементаль накидывает там... Ну, вот сейчас он у меня 3 накидывает. В идеале его прокачать еще. Он будет 4 там кидать руны заморозки, и тогда она станет еще более играбельной. Пока 3 руны заморозки. Ну, ничего, кстати, за если 2 хода она стоит, привет, Эвас, то вообще шикарно. Привет, Элисар. Так. Я с новым кристаллом могу уже в пятую лигу перейти, но не буду. А то потом 3 эпика нужно будет. Угу. Не понял, 3 эпика в плане чего? Привет, у меня Доминус, 2 пробуждения и уже взять 14 уровень. Один из любимых героев, надеюсь, в событии хоть с рунами. Слушай, желаю тебе удачи, конечно же, с рунами. Руны вообще это бич сейчас, особенно мой. То есть я вообще страдаю из-за этих рун. Так, ну что, будем думать, чего собрать вообще, да? Давайте всех к чертовой матери скидываем. Сначала с вампиризмом разберемся, то бишь... То бишь хаос, то бишь ближники. Ну что, давайте возьмем, попробуем Доминуса, попробуем Чубу.
Кого еще отсюда можно, в принципе, взять было бы? По-хорошему, можно Лоскута взять. Так, ладно, сейчас сначала с вампиризмом, а дальше посмотрим. Так, 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 Красная Жрица. Давайте ей пару уровней дадим. Вот так она у нас теперь будет выглядеть. 28. Ну, конечно, да, не идеал. В идеале, опять же, 16-е пробуждение. Тогда жрица начинает подходить, скажем так, для пятой лиги. Так, что у нас еще по вампиризму мы можем придумать? Ну, Влада я брать не буду. Ну, блин. Ну, вообще не серьезно. Ну, 37-149. Ну, серьезно, блин. Ну, это жесть, блядь. Нужно будить на 16-м. И тогда Владика уже качать, и там он будет играть. То есть, когда у него там под 200, за 200 здоровья будет, тогда он как бы оживает. Здесь я даже не знаю. Ну, так, порядок, порядок. Ну, давайте хорошую возьмем. Харон, Харон. Так, здесь все, в принципе. Так, из стрелков. Ну, от Грейс я, в принципе, готов отказаться. А вот от Иостры, я думаю, здесь пока нет. Потому что очень много на нее что завязано. Либо отказаться от Иостры, но взять Стрика. Ладно, пока Стрика берем. В принципе, можно сюда еще сунуть Худу. Ну, то есть, один ряд у нас будет стабильно прикрыт. Ну, где-то в 90% случаев. Можно сунуть Худу. И можно, например... Вообще, в идеале, можно вообще сунуть кристалл сюда. То есть, кристалл прятать за Худу, это вообще милое дело. И, кстати, иногда это реально помогает. Очень сильно. Красная жрица, конечно, здесь не будет выглядеть прям супер топово. Потому что нету заспама, как такового. То есть, в идеале, нужен, конечно же, заспам под красную жрицу. И она там хорошо уже играет. В принципе, так у нас получается 1, 2, 3 и 4 стрелка. В принципе, сюда можно взять либо Шаамуну, либо можно взять Мертвого Лорда. Мертвого Лорда. Тоже 100 лет его, кстати, не играл уже, но он слабоват у меня, откровенно слабоват. А есть у меня вообще эпик Мертвого Лорда? Ну, точнее, есть-то он есть. Сколько у меня там его карточек? 284, ну то есть 300 с хреном я могу перегнать. На 11 он будет выглядеть, допустим, вот так, да? Ну, до 11 не хватит, скорее всего, 100, 150, ой, 120, 220. Осинка. Осинка это вот вроде, да? Еще 3К. Слушайте, ну давайте Мертвого Лорда сделаем более-менее человечным. И попробуем его заиграть. Мизу, когда 4 руны? Слушай, насколько я помню, она не от пробуждения, по-моему, работает, а от прокачки самого этого. Пожором или поржом? Вы точнее формулируйте свои мысли, Игорь Батькович. Да-да, Игорь, дай мне своего Влада понатаскать. По-моему, Мизу работает не от этого. Так, блин, зачем я вышел? Сейчас мы немножко переиграем там. Мизу работает чисто от прокачки этого, соответственно, кренделя. Ну, здесь тоже на один день возьмем. Нет пока проблем с контрибуцией. Магазин желаний, кого лучше взять? Драгару или Юри? Драгару бери. В плане, если Драгара Юри, то Драгара гораздо сильнее. Самым мощным мгновенным уроном это Драгара.
Особенно на двойной руне. Это вообще вынос там просто идет моментально. Так, я хотел перегнать. Все равно я уже, грубо говоря, там на башню пока плюнул. Пока что качаем леги. Ну да, 4К получается, 9К эпиков. 612 карт. Ну, как раз. Так, 5740. Даже до 12 уровня хватит, да? Да, даже до 12 уровня хватает. Ну, вот такой вот теперь. 131 на 150. В принципе, неплохо. Уже поинтереснее стало. Так. И. Раз мы берем кристалл, то тогда, я думаю, отказаться от чубы. Блин. Либо отказаться от иостры. Наверное, тогда... Либо чуба, либо и остра. Ребят, как думаете, от кого лучше отказаться будет? От чубы или от иостры? Да не, белый уже не надо, это смысла не имеет. Там слишком маленький выхлоп будет. Еще один уровень взять, перегнав абсолютно все белые. Кстати, о чем я вообще по белым? Так а в него же нельзя перегонять. На него же нету этих. Он событие. Или есть? А, есть, смотри-ка. Ну, 7К, не, ну, это вообще смех. 7000 перегонять не буду, несерьезно. Где там наша девочка, на которую мы вечно просим карточки? Блин, чуба или остро? И остро или чуба? Ну вот и я думаю, что, блин, наверное, от иостры все-таки. Давайте попробуем сначала так, откажемся от иостры. А потом попробуем отказаться, если что, от этого. Да, кстати, пришло же мне маленько, да? Как раз на следующий уровень-то. Ну, уже пришло когда? Когда все закончилось. Соответственно, мне же не хватило... Сколько там не хватило? А, ну, две карточки мне не хватило. Перегнать, чтобы... И сделать ему 14 уровень. Ну, вот дадим ему немножко здоровья. Пусть за 200 у него вылезет. Вот. 216. Нормально. Все. И берем кристалл тогда вместо иостры пока что. Давайте попробуем вот так вот поиграть. Потом, если что, чубу поменяем. Ну и опять же, тот же самый Худу, например, не является обязательным. Просто за него, я говорю, Худу, за него топово прячется кристалл. Ну, как раз и сундучки подъехали. Как раз сундучки подъехали. А я вам как раз хотел рассказать интересную историю за дружбу. Так, ну. Угу. Давайте сюда включим лечение и спрячем кристалл. Доп урон проходить будет. Но он не является чем-то глобальным. Ну, что зависит. Так, ну а теперь, в принципе, можно и Худу поставить. Один ход мы как раз стоим. А потом врубим немоту просто. Ну, вообще не страшно, ни разу. Так, врубаем мы немоту. Кого отдать сейчас прямо? Чубу отдать в подарок. Просто, ну, его сейчас отдавать я смысла не вижу, если честно. Просто кого бы я сейчас не поставил, он по-любому поставит немоту, кроме Харона. Если поставлю Харона, то он немоту ставить пока не будет. Давайте, пускай пока они набирают тогда себе эти. Опять новые стаки.
потасовку, да, пойду. Вернусь на сколько там, на 3 месяца или 4 месяца назад и пойду в потасовку. Так. Ну, сейчас немота должна пойти. Либо он напрямую его убьет. Не, немота пошла. Я помню этого Фуджи. Кстати, до этого, вот той сборкой я ему 2 раза проигрывал. Так, ну, наверное, пришла пора ставить красную жрицу. Ага, ну, он сам себе, грубо говоря, загубил Масуру. Сам себе загубил. Ну, в принципе, она и так уже была отыграна, эта Масура. Сейчас мы поставим Стрика. И все, благополучно сольем. Ну, не знаю. Ну, по-моему, здесь поиграно уже. Хотя, нет, вот, да. Он мог Юри сейчас поставить. И еще может поставить... Так, ну, надо сносить этот камень, потому что иначе он за него спрячет эту овцу. То бишь Госту. Он сейчас вот сюда может Госту, по идее, поставить. А, ну вот сюда вообще ставит. Я поставлю еще один камень, чтобы было у кого. Блять, очень хреново. Вообще хреново. Просто, блять, хреново, нахуй. Блять, он выжил, блять. Он выжил полностью, блядь. Он уничтожил весь стол, а сам выжил, блядь. Ну, это было жесть, блядь. Ой, блин. Трешачок, конечно, блядь. Забавно получилось. Так, забираем. Все поуничтожал. Поехали дальше. Вот, я говорю, Госта, то есть... Госта мойдет, короче. Так, ну давайте... С этого начнем. Давайте с этого, да. Все-таки Харон на первый ход, это, пожалуй, одно из лучших начал. Не всегда, но частенько. Ага, Масурки пошли. Ну и вот теперь... Должно хватать... Ну да, вот, то есть первый ход Харона, второй ход Стрика, Масуры нету. Это вот как одно из средств борьбы, при том одно из самых таких эффективных. Так, здесь я немоту кину и кристалл поставлю. У него все должно быть на масс урон, чтобы потом эту поставить. Козу. Да, кстати, вот когда двойной урон, то кристалл срабатывает только один раз. Так, ну здесь... Здесь как-то так пока. Сейчас на него бабл первый раз упадет. И второй раз тоже. Ну, сейчас посмотрим, кого он, во-первых, поставит. Угу. Отлично. Для этого у нас и взят вот этот челик.
Здесь нет такого прям взрывного урона в этой сборке. Вот-вот. Уже становится интереснее. Уже становится интереснее. Сейчас под него, кстати, можно поставить эту. Жалко, он его во второй ряд поставил, если еще прикрыть сможет. Но это не исключает того, что мы сейчас можем против него поставить худу. Ага, ну он сюда ставит эту козу. У меня стрика-то нету. Стрика-то у меня и нету. Можно по-хорошему вообще вот так вот сыграть, конечно. Ага, убивает. Убивает кристалл. Ставит своих девчушек. Не смертельно. Совершенно пока не смертельно. Неприятно, да, но не смертельно. В идеале красная жрица вот под вот такой расклад заходит вообще шикарно. То есть, когда остается там, например, добить еще что-то, то за счет доп. Урона вообще шикардос. Не убил, кстати. Что есть хорошо. Так, ну, давайте-то похилимся. Как бы на этого пофигу. Мы наоборот этому рады. Вот, отлично. Даже если двойные... Ну, хотя двойные атаки, конечно, неприятно. Но не смертельно, опять же. Угу. Шипики пошли. Блин, а мы его убиваем. Убиваем, да. А, не, не убиваем. А, этим убиваем. Ну, сейчас, если что, мы можем кристалл спрятать, по большому счету. Жалко, что мы его убили, конечно. Так бы уже победили бы. Ну, сам умирает. Здесь у него, в принципе, вариантов уже особо не было. Привет, Ярослав. Ух ты, нас уже 33 человека. Так вот, не будем отвлекаться, короче, больше просто играем. И история про дружбу. Я когда поступил в лицей, соответственно, у меня там, я там 2 года учился, образовался такой дружок, Юрец. Фамилию не буду называть. Вдруг увидит, сам поймет, короче. И мы что-то с ним, ну, так нормально корешились. Потом, соответственно, в армию ушли. С армии я пришел. И оказалось, что мы служили там вообще буквально... Мы даже в армии, получается, с ним переписались и пересеклись. В плане того, что... Он, короче, служил, грубо говоря, на горке, а я под горкой. Ну, если так, очень образно это говорить все. Вот. И как бы после армии решили, что, ну, пересечемся. Почему нет, собственно. Встретимся, отдохнем. У нее там еще... А, нет, это позже случилось. Кстати, нехило тогда. Убивать-то мне это дело и нечем абсолютно. Я, конечно, лечение-то врублю. 7 атак он еще не получил. Вот. И мы с ним пересеклись после армии. Я только-только вот буквально я пришел с армии, когда мне там батя денег немножко дал. Я купил себе
лайковую куртку такую прикольную. И как бы мы с ним пошли гуливанить. Не убил, да? Да. Вот, мы с ним пошли гулять. Гуляли, бухали, блин, отдыхали по полной. И уже все, как бы, дело к вечеру. Идем мы по подземному переходу в Купчино. Ну, кто в Питере был, тот знает. Тогда еще там в нулевых, 90, там, да, начало нулевых самое. О, лишь бы урона не давать, да? Красавчик. Вот. Там была такая тема. Он был такой старый, разрушенный. Еще не было этих всяких там сеточек, этих хренеточек там, блин. В плане того, что... Ну, короче, выход на платформы был свободный. Не было там ограничителей, вот этих турникетов, блин, там, всякой этой балабудени, короче. Вот, и мы идем такие, как бы, блин, вот именно же это тебе надо было убить, да? Короче, как бы ничего этого нету. И мы, соответственно, идем. Стоит какая-то компания, и юрца кто-то задел плечом. Мы такие чисто на автомате прошли там метров 10. Я уже служил тогда, кстати. И как бы. Вот скотина. Так. Так. Ну, здесь, наверное, лучше камни-то поставить. Я даже готов вот так вот сделать, чтобы сбить ему максимальный урон. Вот, и юрец поворачивается, типа, а давай с ними, типа, замашемся. А их там трое стояло. Сегодня новый рекорд шахты 6950. Поздравляю вас, круто. И как бы... Я говорю, да, как бы без проблем, хочется помахаться, давай помашемся. Как бы, какие проблемы-то? Вот, и мы, соответственно, пошли и приступили к этому черному делу, то бишь, махаться. Я вообще ни слова просто не говоря, подхожу к этому там кренделю, который стоял, и просто ему всекаю, короче, в голову, блин. После этого, блин, понеслась свалка, трое на двоих, как я думал. Как потом оказалось, трое на одного. Потому что юрец, после того, как я дал этому втыку, благополучно свалил к чертовой матери, блин. Я как бы малость прихренел от такого расклада, блин. Думаю, что-то тут, наверное, не того. И в это время мне прилетает такая нормальная подача сзади, блин. Я хватаю впереди стоящего. Начинаю ему, блин, раскумаривать его, блин. В это время меня хватают сзади за шею. И я начинаю падать. А там, короче, есть такие рельсы. Ворд не превращает лоск. Да нет, не превращает, у него невосприимчивость. А там такие рельсы были. Ну, наверняка и сейчас есть, я просто не обращал внимания. Все помнят, чтобы тележки завозить, коляски завозить на платформу. И я падаю прямо лбом, бьюсь об эту рельсу. А сверху на меня, соответственно, падает это тело, которое меня держало. И я второй раз благополучно бьюсь башкой об эту рельсу. Соответственно, я малость прихреневаю, блядь, я начинаю, ну, с локтя назад сунул и начинаю вставать, блядь, пытаться, блядь. В это время, блядь, такие дикие крики там, как там орали-то, блядь, уголовный розыск Московского района, типа там, всем стоять, никто не двигается, там, руки на ширине ног, всем сосать и никому не вставать. Я вообще в шоке, думаю, что здесь делает уголовный розыск, что он вообще здесь забыл. Ну, ладно, я ксиву только достал, говорю, ребята, там, помахал ей там, я свой. Мне все равно по почкам нормально прилетело. Там одна плюшечка. Лорд, конечно же, не зашел. Ну, блин, придется вот так ставить. Ну, вот всегда вот в таких ситуациях этот лорд-засранец не приходит. Ну и, соответственно, отвели нас в отдел. Я уже там смотрю в отделе. А вот эти мужики, с которыми я благополучно дрался, у них там нормально так, блин, татушек, блин, фигушек на ручках, блядь.
Я думаю, ну, зашибись, залетел, короче, мне. Думаю, все, хана. Сейчас еще, блин, и срок оформят, а я служу, блин, мне вообще там вдвойне красная зона, здравствуй, тыры-пыры. Ну, как оказалось, нет, короче, я там с этим, нас привели в линейный пункт, Купчино такая, ну, он и сейчас, кстати, жив тоже до сих пор, такая ерундистика. Так, ну, здесь уже придется кидать немоту, и даже уже не за шаамуны, и надо сливать этого кренделя. Вот, я как бы пообщался там с лейтенантом, позвал он меня тоже к себе служить. Я говорю, братан, я уже служу, как бы пока, говорю, менять не собираюсь свою, типа эту. Так, здесь, блин. Блин. Еще и 4 руны он кидает. Ну вот единственная двойная нас спасает. Я поставлю сюда камни. Как бы и будет попроще немножко. Ну, понятно, что немота пошла. Камень наш стоял, как и стоит. Я пообщался с этим лейтенантом. Он говорит, что эти мужики там уже делов типа натворили. Так что ты типа особо не парься. Я говорю, ну, не париться, так не париться. Как бы они их там отпинали, притом нормально так в отделе. А самое обидное, что я смотрю, блин, а у меня куртка порвана сбоку, а лайкра, ну, она не шьется, короче. То есть, ну, ее смысла нет никакого шить. Блин, сейчас еще руны кидает. Ну, эти мы камнями снимем, хрен с ним. Эти мы снимаем камнями. Хорошо, хотя бы сюда двойная ушла. Ну и сливаем все это к чертовой матери. Вот. И, короче, факт. После этого я там связывался с товарищем, со своим. Вот так вот поставим. И, ну, не с Юрой, а с, как бы, ну, с другими друзьями из группы общался с ними. Говорят, типа, а Юрец-то, мол, что, короче, батя у него умер, и у него еще и хата погорела. То есть я к чему это, блин? Я к тому, что, короче, карма, она все-таки есть. То есть и дружба есть, и карма есть. Ба качает лоскута. Да, качает лоскута. Качает, качает. Мы уже проверяли это. О, блядь, тоже кристалл. Ну, зашибись, что у меня хотя бы этого нету. Порядка. Так. Давайте-ка ее сразу превратим, да? Наверное. Тоже хорошо кристалл засранец спрятал. Ай, ай, как обидно, что это все влетит в бабу, блин. Твою мать. Ой, как обидно. О, еще один кристалл. Но сейчас он, правда, сам себя убьет, как бы, этим вампиризмом. И плюс кристалл еще снимет вампиризмом. То есть, потому что вампиризм на всех вреду бьет. Ну, весь факт в том, что мне теперь.
не поставить получается. То есть, ну, один-то кристалл мы снимаем, получается. Хотя, с другой стороны, мы, получается, порядком-то не атакуем, а кристаллы мы убиваем. Но нормально. Нормальная тема. Жалко, конечно, вот эти 400. Ну, это не страшно как раз. Это как раз не жалко. Поставить сюда или... Да, наверное, сюда поставлю пока. Блин, что это за кочерыжка? Что это за кочерыжка? О, нормально стал. Да и остров-то здесь не страшно как раз, в принципе, по большому счету. Главное, вот эти кристаллы мы поснимали. А, ну он новый ставит. Ну и мы тогда поставим опять. Блин, жалко вот... Ну, твою мать. 483 влетает, да? Ну, 483 еще ладно. Ага. Хитро. Хитро. Ну, блин, тут только копить смерти, короче, опять, ёлки-палки. Копить смерти. Ага, шамун. Блин, вот эти 22, которые там есть. Ай, твою мать. Ну, по-хорошему... Может, конечно, его поставить сейчас. Что-то как-то пока грустненько. Там мы, получается, 22 получаем. Угу. Еще и вот так вот. Эти 22, блин. Блять, еще и не убиваем. Здесь это единственное, что я могу сделать. И не добить, кстати. И, кстати, не добить. Прискорбно. Получается, там все сливает. Не, походу, здесь мы проиграем. Даже невзирая на кристаллы. Порядка нету у него вообще. Из-за этого и беда. Но да, кристаллы сливает вовсю. Нет, можно еще, конечно, попытаться тут что-то поизгаляться. Но как-то маловероятно это дело. Как-то маловероятно. Ой, топор Грейс, Бич. Влада сразу нет. И жонглера хаоса. Ну вот что я здесь опять же сейчас могу?
Ни одну превратить не могу, потому что у него Мизу пришла опять. Притом Мизу прокачанная именно как раз под 4. Ну вот, кстати, 16 уровень, да, 4. Вот 40-78. Три пробуды. Ну, что я могу здесь? Ну, могу вот так вот поставить. Это как бы ничего не дает. Если так поставлю, то он получается как бы двое. Два хода сделает, но при этом... Нет, надо вот так вот ставить. Еще и плюс от этого урон прилетает. Не, не. Если бы опять же ждать тогда, пока он наберет, грубо говоря... А, ну вот. Она даже этот урон не дает, то есть пронести. Ну, то, что я опять кристалл поставлю, ну, могу поставить, да. Эту я Шамуну смогу превратить. Плюс еще сейчас 160 в него влетит. Но. Блин. Вот эта Мизу портит все, короче, абсолютно. Да не, это-то пофиг тут на Иостру, пофигу. Еще 162 в него влетает, убивает. Ну да. И он заполняет все это. Хотя, с другой стороны, может быть, это и неплохо. Потому что мы сюда ставим его. По 72. В идеале сейчас бы Харона, конечно, не помешало бы. Чтобы вот сюда его поставить. Опять же, он заморозится. Ну и там все дальше по схеме. Сейчас он свой, наверное, кристалл поставит. Как только он свой кристалл поставит, то Худу станет опять же бесполезным куском говна. Нет, он ставит это. Ну, неплохо пока. Пока что неплохо. Худу пришел. 162. Слушайте, можно рискнуть. Можно рискнуть. 162 получается. Давайте рискнем. А, блин! Что я сделал? Что я сделал, а? Ну, хотя еще не смертельно, как бы. Еще не смертельно. Не смертельно пока. Блин. Да. Четко, блядь, все совпало. Сука. Ой, блин. Ну вот. Если бы не Грэмори, все бы было абсолютно нормально, блядь. Мы бы спокойно кристалл бы нажил. Вот эти вот две доп. Атаки, точнее, да, одна от этого, сука. Не хватает, блядь. Не хватает. Этого я, допустим, убью, там не хватит. Не, слишком много здоровья, зараза, набрали. Да, проиграли. Досадно, блин. Черт. Чуть-чуть я сходу не рассчитал. Но, с другой стороны, может быть, можно было вот сюда его поставить. Сюда бы поставил, было бы немножко по-другому. Наверх. Слушай, а может, кстати... Может, действительно, наверх. Привет, Ильхан.
Ну, короче, как ни крути, здесь мой косяк сходу. Это вообще неоспоримо. Я там что-то не просчитал. Может быть, и наверх надо было ставить, да. Просто я забыл, во-первых, про урон от Иостры. Вот что самое основное было ошибкой. Потому что, собственно говоря, это она вот эти 92 нанесла, и все стало печально. Блять, и стрика-то нету. И стрика-то нету. Блять, поставишь сюда, он убивает. Можно, конечно, вот сюда его поставить. У себя здоровье еще набрал, скотина, блядь. Блядь, тут же Шамуна, нахуй. Тут же Шамуна. Ну, сейчас умрет наш герой. Жопа здоровой. Правда, они больше не проатакуют, но это мало что нам дает. Сейчас можно немоту кинуть. Ну, блин, мы очень много на получаем. А, ну, понятно. Вот вроде все так здорово и красиво. Сейчас немота тут же и хана. Могу кристалл поставить в угол. Нет, наверное, уже не могу. Да, уже не могу. Ладно. Ну, блин. Это лишний раз подтверждает, что я не бот. Так, чего у нас там? Кстати, вообще, они на Патрика, ну, вот этот, они же позиционируют как День Святого Патрика, они вообще подавали это, был праздничный призыв. То есть, я вот и думаю, может, они не анонсировали его просто, а сегодня бац, и там, допустим, днем будет праздничный призыв, но вообще они обычно как бы упоминают об этом. Что у нас здесь вообще? Ну, нормально. Легион топовый, а остальные такое себе. Но лечение врубить надо. Лечение врубить надо. Ну, я думаю, немоту пока тратить не будем. Сделаем вот так вот. Немоту тратить не будем. Пока что так сыграем. Против Легиона, да, тоже помните, что кристалл работает один раз. То есть один раз сработало. Ну, здесь он нам фактически отдает победу, я так понимаю, да? Вот, кристалл сразу спрячем. На всякий пожарный. Вот, то есть Легион один раз ударил. Он снял этот бабл с Варлорда. И дальше он бьет уже чисто по телу. То есть бабл срабатывает только один раз. Не знаю, так это было задумано или что-то... Ну, вообще, я думаю, да, потому что иначе это была бы просто топ-имба. Ну, здесь уже просто добиваем его. Силифи оказался слишком легким и простым. Кролик, неплохо. Фредди, сейчас покажу, секундочку. Не 21 плюс. Ну да, так-то. Магазин-то желание, это понятно, да. А вот по поводу этой хрени, блин, я говорю, обычно ее вообще анонсируют. Но в прошлый раз на День Святого Патрика у них был магазин желаний. Ой, не магазин желаний, а этот. Бла-бла-бла. Как его? Призыв праздничный. Вообще обычно они все-таки используют его.
Блин, конечно, выставление вот мертвого лорда, это, блин. Ну, к третьему ходу это вообще извращение. То есть два стрика и легион. Ну, если стрики вот здесь вот не встают, бывает такое. Тогда он обычно противник автоматически сдается. Ну, тоже, кстати, крыса не самый лучший вариант. Ну, мы, конечно, мы должны же с ней так справиться, правильно? 70. А, нифига, она на этом стоит. Блять! В очередной раз затупил, короче. Почему вот не про... Вот почему вот настолько, блядь, я долбодал, блядь. Почему вот изначально не проверить, на руне он стоит или не на руне он стоит? Но нет же. Мы же не ищем легких путей. Ну, теперь в итоге хана. Теперь в итоге хана. И придется вот сюда вот чубу выставлять. Ага, теперь мне его еще и убить нечем. Теперь мне его еще и убить нечем. Хорошо. Вот это хорошо. Самый лучший, пожалуй, вариант. Всем раздавали питомцев за ивент какой-то. Сейчас только за бабло можно купить. Там раздавали не за ивент, Рафаэль. Там раздавали они, у них там то ли день рождения, то ли что-то типа того было. И, конечно, они под это дело вот как раз и раздавали. Блять, еще и стрика убил, сука. Блин, ну надо сейчас кристалл по-хорошему ставить. Ставить его за варлорда. Камни, во-первых, ставить. Ставить кристалл. И надеяться убить эту овцу тупую. Угу. А сие уже, наверное, и не получится, да? Ага. Сюда, верно. Так, ну да, ставим кристалл. И сейчас, по идее, должна такая тема пойти, что сначала он ставит бабл, потом этот бабл снимает вот этим уроном, потом хилит. Короче, вот в таком темпе должно идти. Ну, сейчас посмотрим, кстати, самому интересно даже, как это будет выглядеть. Ну, сейчас легион, наверное, еще там встанет. Ну, не суть. Суть в штаны. Ну. А, Шамун. Да. То есть он снимает бабл, хилит. Сейчас он тоже умрет. Вот, да. Во. Вот это уже интереснее. Вот все, все сработало, короче, как должно было сработать. Привет, Александр. Привет, Дмитрий. Апнул тут на днях вторую лигу. Если интересно, сборка Кристалл Вилана, Грэмори Огрок, Харон. Лучше менять его на Грута. Афродита, Грейс и Тайлин. Я тебя понял. Понял, Дмитрий. Попробуем. Давайте его вот так убьем. Потому что нам не нужно же, чтобы он хилился. Угу.
Игра заиграла новыми красками, но ненадолго. Крыса. Так, ну крысу надо сливать. Блять, это что там, единственная руна, сука, оставалась, нахуй? Да ты за... Блять, ты заебал, нахуй. Просто задрал, нахуй. К чертовой матери, блять, задрал, нахуй. Два раза крысу, два раза на руну, блять. Да, под кристалл Грэмори must have, но, к сожалению, блин, вот этот баг с огром, реально, он мне настолько нервы вымотал, что просто дальше ехать некуда. Я из-за этого ушел с этой сборки. Ну, во-первых, потестить другие, а во-вторых, это просто реально было извращение. Я уже не выдерживал просто. То есть партии по 20, там, 22 хода, это было нормально, учитывая баг Грэмори. Просто он тупо хилится, то есть тебе нужно мало того, что, ну, снести как можно больше урона, еще и каждый ход он на 110 себя, сука, отхиливает, блин. Как так, без понятия. Так, здесь уже... Ну, кстати, можно попробовать спрятать. Пусть она даже нанесет по нему урон. Либо не по нему. Сейчас посмотрим, кому он бабл даст. Следующим ходом все равно надо немоту кидать. Ну, ладно, дал бабл, нормально. Следующим ходом, да, мы кидаем немоту, это однозначно. Давайте вот так вот сделаем, по максимуму просто здесь снесем. Все. Пускай тоже немоту кидает, или не кидает, это его личное дело. Угу. Кинул. Ну, видишь, у меня, к сожалению... Грэмори-то дотягивает до уровня той же самой, например, пятой лиги. А вот сопутствующие герои нет. Вот в чем вся беда. Так, ну, здесь по-хорошему достаточно любой плюшки, да, чтобы его убить. Давайте вот так вот тогда поставим. Ну вот и все. Клоп. Клоп наклопился. Ага, Санта. Санта, это здорово. Санта Лючия. Убиваем Санту. Сейчас можно стрика ставить, по большому счету. Посмотрим, кого он поставит. И можно ставить стрика. Либо стрика придержать. Я даже не знаю, надо ли здесь стрика, не надо. Ага. Вот так вот даже. Даже вот так вот. Насколько там рун у него? На 116 аж. Нифига себе, сказал я себе. Даже. Давайте поставим. Как раз камень убит. Руну мы сняли. Можно, в принципе, сейчас Харона будет вернуть. Сейчас еще тогда эту игру играем и попробуем поменять что-то. Ну, попробуем, давайте, вот ту сборку, которую предложил Дмитрий. Ну, сам себя убьет, да. Совершил ритуальное самоубийство. Давайте хорошую тогда еще раз поставим. Ну, здесь все идет, ну, 99,9, что мы победим. Даже и остров вообще сейчас ничего не решит, например. Та же самая и остров. Ну да, он сдается, логично.
Ну что, работает. Опять же, героев надо, конечно, подтягивать. Многих героев этой сборки лично мне надо подтягивать, чтобы в пятую лигу спокойно заходить ими и играть. То есть, потому что, как вы видите, в шестой она чувствует себя вполне уверенно, а вот в пятой уже начинаются проблемы. То есть, во-первых, очень слабый доминус для пятой лиги, очень слабый стрик, как бы то ни было, для пятой лиги он слаб. Ну и кристалл, конечно, нужно дальше гнать, так же, как и красную жрицу и все прочее. Блин, что-то башка начинает болеть. Так, до сих пор боксограм есть, но с учетом засилия порядка, проклятие на варлорде все равно стакается отлично. Согласен, Дим. Бакогра на спадение Ридина уменьшает проклятие варлорда. Значение, ну это да. Что люди, противники ниже 5000 здоровья не попадаются. Для пробуждения не только этого достаточно. Всех 22-25. Слушай, Ветер, я даже, честно говоря, не знаю. Так, ну давай попробуем тогда эту сборочку собрать. Она, ну, примерно такая же, как практически, как у меня и была, когда я брал эту самую пятую лигу. Так, красную жрицу убираем, это убираем, это убираем. Я говорю, здесь очень много на доминуса, вот в этой все-таки сборке должно быть завязано, и доминус, конечно же, должен быть прокачан гораздо лучше. И я все-таки надеюсь, что мы это сделаем. Будет ивент на него следующий, ориентировочно пока, то есть не стопроцентная инфа, но... Так, Вилана, Грэмори берем, да? Так, Грэмори берем, Вилана берем. Так, Огрок, Афродита, Грейс, Талин. Честно говоря, я бы все-таки предпочел бы из порядка взять Стрика вместо той же самой Талин, потому что больно слабая у меня Талин. Где она? Вот она. Ну, 64-139 это слабовастенько. 3-14, ну блин, вообще не серьезно, елки-палки. Даже то, что она себе атаку стакает. Не, ну давай попробуем в оригинале, но вообще я бы предпочел Стрика, потому что он приносит больше. Ну, в моем случае. Так, Афродита и Грейс, да? Афродита, Грейс и Огрок. Афродита. Вот и Афродита. Вот могу я ей дать 15 уровень. И до 16 я, по-моему, чуть-чуть не дотягиваю. Сейчас посмотрю. Где у нас там Афродита? Вот Афродита, да, нет у меня. И... Ну, сейчас мы ее усилим, как бы, конечно. А у меня есть 13к. Так, у меня 3к тут есть уже. Сколько я перевести могу? 248. Давайте 248 переведем и сделаем ее наконец 16 уровня. 22. Ну вот, 75% она теперь наносит. Афродитушка наша. Так, Грейс и Огрок, да? И Огрок. И вот наш Огрок. Ну вот так вот получается. В принципе, можно еще Вилану дать один уровень. Там, по-моему, здоровье ему увеличится. Ну, что зависло-то, радость моя? Ну да, 144, поприятнее стало. Ну, конечно, основное это будет вот, то есть минус 101, это будет уже посильнее. Так, ну давайте эту попробуем. Блин, сейчас проиграем. Не хочу последним сундуком рисковать, знаю просто свое проклятие. Только я так сделаю, и сразу же легендарный упадет. Вот, блин, на 100% был уверен. Сейчас мы его откроем. Все-таки. Блин, ну что за зависы начались? Нормально же все было. Все, поехали.
Что такое? Что случилось? Да, я живой. Жена он нашла меня. Обнаружила. Как не шифровался. А, и острая негрязь. Ну, сейчас поменяем. Сейчас поменяем. Ну, давайте с первого хода и начнем. Блин, ну здесь нужно минимизировать. Хорошая у него Таня. Ничего не могу сказать. Вот у него ушло три проклятия. Три проклятия улетело аж на 132. Да так, да? Так, давайте вот так вот, наверное, сыграем. Буксимик. Что-то Таня меня это немножко из колеи выбила, блин, которая вышла. Хорошая Таня у него. Ветрокрылая 147 на 107, но это получается у нас сколько? 2885, это 3 пробуждения, насколько я понимаю. Насколько я понимаю, это 3 пробуждения. Давайте вот так вот сделаем. Вот сколько сейчас на нем проклятий в итоге висит? 176. Вот я так понимаю, что после четвертого хода они резаться начинают. Что-то реально башка болит. Вот они, да, пошли резаться, то есть хил пошел дальше, а проклятия пошли резаться. То есть либо ты накидываешь сходу... А, ну вот висит 198, по идее. Почему, как, не знаю. Он, кстати, до сих пор ни мату не использовал. Ну, сейчас, по идее, использует. Ну, логично. Разве? По-моему, они каждый ход режутся, нет? Что-то мне казалось именно так. Там до нуля у меня уходило. Нет, 242. Странно. Сганно, сганно. Можно вообще, конечно, по-хорошему вот так вот сыграть. Вот сейчас он умрет. Да. Ну. С этим огром реально непонятно, с этими проклятиями как-то, блин, то нормально все, то ненормально. Хрен разберешь, блин. Так, поехали дальше. Emperor.
тоже что-то знакомое. Ну, я, в принципе, всех здесь уже встречал, с кем вот сейчас бьюсь. Ага. Помню его. Всего две, кстати. Я даже не знаю, как лучше будет. Давайте попробуем. У него, откровенно говоря, слабый этот. Лич слабый. Наверное, не мота сейчас все-таки. Ну и все. Ну, блин, откровенно слабый противник. Как ни крути. Очень слабый. Несерьезно вообще. Опять мы в доблестной пятой лиге. Сейчас посмотрим, как в пятой будет это выглядеть все. Так, давайте опять так же начнем. Десятка, да, на двух случайных. 44 уходит туда. Давайте так попробуем пока от него закрыться. Не знаю, как это получится, но посмотрим. Пока что два проклятия улетело. Или три. Нет, два. Да, 88. Блин, стрик вышел. Хреново. Как бы не смертельно, но хреново. Вот, блин, ну давай без зависаний, дружище. Вот серьезно, блин. Сколько можно-то, блин? Так, ну стрика нам надо сливать, это однозначно. Угу. По 132 проклятия улетели. Сейчас немота пойдет. На 132, если не ошибаюсь. Ну да. Фига себе, сказал я себе. Ну да. Оригинально. Так, на включение, наверное, да, уже включить, а то я опять же про него забываю вечно. Посмотрим, кого он поставит. Не удивлюсь второму стрику прямо сейчас. Нет, не поставил второго стрика. Не могу сейчас кидать вообще никакого смысла, честно говоря, просто не вижу. Проще Вилана сейчас поставить. Пусть себе лечится на здоровье. Так, Лига и Магазин Желаний. Ну, Лига, Магазин Желаний и изредка события, там, эти сундучки. Так, а он проатаковал уже, да? То бишь, ничего ему это не дало.
Вот здесь уже, наверное, немоту мы поставим. Здесь, по большому счету, я не знаю даже. Юли. Да не, Юли здесь уже не помогает. Юли здесь уже не помогает. А. Ну, кстати, он, не знаю, своеобразный, честно говоря, выбор он сделал. Теперь можно и Грэмори поставить, а следом и Кристалл. Благополучно. Следом благополучный кристалл можно ставить. Я бы все-таки, наверное, вот сюда поставил Грута. Очень своеобразный выбор. Ага, ну вот стрелки как раз. Ну, здесь опять же не актуально вообще. От слова совсем. Все. Блин, ну хрен знает. По мне, да, Грут у него стал крайне неудачно. Ну, это его личный выбор. Ну да, да. 22 осталось, все правильно. Ну да, нет, на самом деле новых героев можно много, ну, по большому счету, как получить. То есть, этот выбор-то довольно богат. Так. Хорошо, мне еще темную башню надо заканчивать, блин. Там просто еще несколько дней, я поэтому пока изумруды тратить не хочу. Вчера вот за бесплатную попытку прошел. Я ее, ребят, сейчас не снимаю, потому что играю все-таки в основном на телефоне. Ну, хорош подвисание, блин, реально. Вот как сделать так, чтобы он попал сюда 3 раза, да? Нет, только 2. К сожалению, только 2. Ну и плюс выхилился. Не, ну здесь поражение, это абсолютно адекватно. Надо воспринимать ситуацию. Так. Проклятием понятно. Чем хилится? Так он и будет хилиться, вот это и есть баг. То, что он при взаимосвязи с проклятием начинает просто тупо дальше хиляться. Я бы, может, с одной стороны, и не против, чтобы он снимал, как бы, эти там на 4-м ходу тогда проклятие. Скинул один раз, и все, как бы, базару нет. Но какого хрена вот он дальше хилится, вот это уже получается вообще чистейшей воды баг. Это уже чистейший баг. Прекрасно.
Да, он сейчас мату кидает и срезает мне двоих. Скотина. Ну, блин, ну на него одного не мату кидать было, если честно, просто жаба душила. Просто душила жаба, блин. Милана приходит. Можно сборку по Джимми попробовать. Масура Грут, Виксен и Остро, Огр, Флосс, Дискордия, Вилана. Так, Масура однозначно нет. Грут, да, ну Виксен нет. И Остро, Огр, Флосс, Дискордия, Вилана. Ну, пожалуй, кроме Виксена и Масуры. Ну, а там это... что иметь? Ты откуда такой нарядный-то? Ты откуда такой нарядный взялся? Блин, ну вот сейчас ее отдавать. Тоже не вижу смысла. Он сейчас, получается, будет выхиливаться, да? Блин, ну вот откуда вы таких вытаскиваете монстров-то, блин? У меня нету столько атаки на героях. Издеваетесь, что ли? Получается, Летунана против него надо ставить, а еще и жаба. И Летуна, как назло, нету. Точнее, Летун как бы есть. И этот Летун нам сейчас еще и все посносит. Ну, это, кстати, не страшно как раз. Это как раз не страшно. Давайте тогда пока попробуем его дамажить. Пока суть до дела. Блять, ну хотя бы убил. Надо же. Посмотрим, кого он сейчас поставит. Что у него там вообще? А, понятно. 26 тысяч сборка. Ну, я так понимаю, он просто самых сильных героев взял, потому что здесь мешанина вообще непонятная. Просто непонятная мешанина. Давайте так поставим, что ли. Здесь как бы победа все равно. Доминус. Да, следующее событие пишут, да, что Доминус, Зарма и Голиаф будут у нас. Так, ну давайте еще одну игру на этой сыграем сборочки. Я ее запомню и полноценно уже потом потещу. Альбай. Господин немец. 1080 хп. Ну здесь вот да, на пятой лиге уже точно у всех за косарь переваливает хпшка. Так, ну вот и что я вот здесь сейчас вот должен делать? Блять, на первый ход вот ты вот ставишь вот такое чудище, блядь. Хилиться надо однозначно сходу. Вот сюда бы куда-нибудь двойные бы кинул.
чтобы мне хотя бы ему атаку резать первый ход там. 68 руны, но это логично. У меня тоже они 68, если не ошибаюсь. Ну, понятно. Единственное, что я здесь сейчас могу поставить, это кристалл. Вот вообще реально единственное, что я здесь могу поставить. Но при этом 300 я все равно получаю отсюда 3 атаки. А, ну, понятно. Ну, здесь бесперспективно просто. Блять, вы сами все видите. Такое, к сожалению, я выиграть не могу при своей раскладке. Если бы был Йорик с одной стороны, я бы убивал мину. Но, блин, далеко не всегда заходит и далеко не всегда срабатывает. А тут потом после него тут же еще и Госта, блин, при этом прокачанная. Кристалла? Ну, давай вот с кристалла начнем. Ну, вот. Открылись с кристалла. Ну, в принципе, здесь и ставить-то больше было некого. 3 дальника дают и кристалл. Хреново, что он сейчас, допустим, может выпустить ярость просто. И ярость этот кристалл к чертовой матери сносит. А, ну, Госта вышло. Госта вышло. Может быть, кстати, его не надо было. Хотя, да нет, не надо было его сейчас напротив Госта ставить. Госта умерла, да, здорово. Будет выпускать? Да, будет выпускать. Не самый худший вариант. Угу. Здесь мы урон не получаем. Получаем его раз-два. Грубо говоря, 2 раза мы получим урон. Она их почистила. Кидаем немоту. Немоту. Наверное, вот сюда будет лучше поставить. А сейчас, по-моему, лучшим вариантом это будет тупо пропустить ход, нет? Да нет. Вот так, наверное, лучшим будет вариантом сыграть. Ну, тоже 25 тысяч. Все на усилении. 18-16 уровень, 14-й только дед. Камни сейчас, даже не знаю, стоило выпускать. Да нет, наверное, не стоило. Thank you.
80. Похилялся, блин. Ну, здесь, я думаю, мы победим все-таки уже. Уже наконец-то. Даже это вряд ли спасет. Хотя, если сейчас выйдет какой-нибудь вилан, у нее нет вилана, перекача. Вилана перекача у него нету. Ну, здесь он не убивает, соответственно. Убили. Убили негодяя. Эпический сундук профукали. Прискорбно, но не смертельно. Так. Да-да-да, Ильхан, скидывай. Просто, ну, я пришел к выводу, что тестить по три игры сборку, ну, это вообще бесперспективно. То есть это в себе ничего не несет. Мы не успеваем просто даже понять всей сути. Поэтому давайте сейчас попробуем что-нибудь. Да можно было. Я и кидал ее. Приветствую, Джузо. Я могу подняться в лиге, но тогда не тяну башню. Что лучше? Лигу выбрать лучше, по мне. И, кстати, да, башня же не зависит от лиги. Башня привязана к общей мощи, а не к лиге. К лиге привязаны события, и, пожалуй, это единственное, что привязано к лиге, но даже в том же самом событии ты будешь получать больше карточек, то есть с повышением лиги. Поэтому, ну, однозначно лигу повышать выгодно. Просто единственное, что если тебе нужны медальки, ты хочешь проходить полностью события, ну, трезво рассчитывай свои силы. Вот, в принципе, и все. Давайте пока еще одну игру сыграем. Ильхан, давай тогда, да, сборочку, конечно, кидай. Все, сейчас еще одну игру отыгрываем и собираем новую. Так. Посмотрим сейчас, что он поставит. Ага, Юрик он ставит, при этом Юрик такой душевненький. Ну, кстати, это хорошо, потому что Юрик теперь у него стоит там. Соответственно, а мы кристалл ставим здесь. У него есть вообще порядок? Просто если порядка нет, то кристалл это чисто защитный механизм. Ну, раз, два, три. Три из порядка. Есть крыса, есть, кстати, да. Так, давайте пока, наверное, вот так вот сыграем. Хотя крыса, конечно, мало приятно. Крыса мало приятно. А, еще вот так вот. Еще и по 79, мать твою. Я даже не знаю, что здесь сделать. Могу так сыграть, но он сейчас ставит джимиков и после этого ставит легионы. И, собственно говоря, мы приплыли. У меня нет прям таких жестких защитных механизмов против того же самого легиона. То есть вот сюда сейчас поставь легиона и все, не хватит блока, чтобы защититься. Ну, 87, у него 108. То есть он по-любому убивает нас. А обидно, кстати. Чуть-чуть бы еще. Ну, кристалл не убил, и то ладно. Ну, здесь можно вот так вот, в принципе, повесить Грэмори. То есть это единственный вариант, как мы еще можем немножко пожить. Если он прямо сейчас сходу вот... А, ну он убивает, да, Грэмори, однозначно. Нет, не убил. Смотрите-ка, повезло. А, блин, нет, все равно повезло. Жестко, конечно, очень жестко. Так, а она на этом стоит, на руне, да? Нет, смотрите-ка, не на руне. Блин.
Ну, во всяком случае, здесь мы разделались с ними. Но вообще, короче, на тоненького, блин, когда Грейс... Пускай даже мы проиграем, вообще плевать. Но когда Грейс стреляла, это было, конечно, блин, вообще жестко. Раз, 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 блин, так и сяк. О, да, да-да-да. Блин, не получается у меня здесь сыграть. Хотя шансы еще как бы есть, 168. Ну да, все шансы есть. Однозначно. Должны мы здесь побеждать. И мы такие побеждаем, если я не ошибаюсь. Тоже 26 тысяч сборка. Ну да, Легион, конечно, хорош. Легион хорош. Победили. Вообще такая забавная, конечно, партия получилась. Так, ну что, давайте тогда следующую соберем. Это сборка рабочая. В принципе, можно попытаться на них четвертую, конечно, в лигу влезть. Но я пока четвертую точно не планирую, потому что не по сеньке шапка. Прекрасно это понимаю. Нет, пока четвертую, наверное, не готов я. Так, так, так. Кактус Снейк, Эрик Харон Стрик, Грейс Йорик Мизу. Ну, давай попробуем. 17 в итоге в башне на 32к. Да, Джуза, башня, к сожалению, у них вот такая, очень ориентированная на трату изумрудов. Ну, на начальных уровнях легко, человек втягивается, а потом становится реально тяжеловато. И да, порядок карт будет меняться. Это, ну, у меня есть отдельный видос, там, если не лень, то глянь. Именно про башню, там вот как раз рассказано, на какой лиге там, ой, какие там карты выходят, и от мощи, и там прочее, прочее. Яма, да, ямы чисто боссы увеличиваются. Так, давай попробуем тогда. У тебя кактус просто, я знаю, хорошо прокачан. Поэтому тебе, конечно, в этом плане легче. Вот эта сборка, да, работает, вполне работает. Учитывая, что здоровье здесь нормально набирается, то и Афродита здесь хорошо заигрывается. Так, кактус Снейк Мизу. Это природа. У меня кактус просто не так силен. Так, Снейка берем. Снейка берем. Кактус. Ну, видишь, кактус 12 уровня. Кактус 12 уровня. И дать я, насколько помню, я ему ничего не могу. Нет у меня на него карточек на кактуса. Точнее, а нет, есть, смотри-ка. 5к здесь. И 23к здесь. Это еще 2к. Давай перекинем. 8к получается. 517 карточек. Вроде должны 2 уровня ему дать, да, если не ошибаюсь. Так, даем здесь. Ага, и золотишко кончилось. И золотишко кончилось. Золотишко имеет свойство быстро вообще кончаться. 32, кстати, шипы были бы приятнее. Ладно. Вот наш. Вот наш кактус. Ну, набьем золото, да сделаем. Так, а, и Мизу. Мизу. Так, Эрик. А, еще Эрик из природы. Так, Эрик, Эрик. Ну, Эрик у меня тоже не так, чтобы прям моща был, откровенно говоря. Ну, один ход постоит. Так, Харон, Стрик, Грейс, Йорик. Так, на порядок переходим тогда. Харон, Стрик, Грейс и Йорик. И Йорик. Йорика тоже, конечно, нужно, нужно до 16-го гнать. До 16-го гнать. Но пока, к сожалению, нечем, насколько я помню. Тоже, по-моему, у меня на него карточек особо нету. Вот у нас Юрик. Так.
Эволюция 2К, 4К, 5К получается. Ну, 317 опять же. 482. Блин, даже здесь не хватает, ёлки-палки. 13К. 500 золота не хватает. 5 изюма, да? Ну, давай дадим 5 изюма. Все, прокачали. Эрик у нас, Йорик у нас теперь 13-й. А сколько стоит изюма, интересно? 16 тысяч золота, 164 изюма. Нет, на такой я точно траты не готов. Ну, вот так вот получилось. Давайте попробуем так поиграть. Но, конечно, здесь будет уже гораздо сложнее. И сейчас мы обратно в шестую улетим благополучно. А, ты Эрика 3 раза пробудил и качнул на 13-й. Ну, я не спорю, там как раз у него идет прибавка. Я понял тебя. Ну, нет, ну, скачу сейчас, собственно, в лиге, да, и хрен ты с ним. Так. Давайте с Грейс начнем, например. Ради прикола. Так, а у нас час дня, да? Сейчас магазин желаний откроется. Как раз сейчас игру отыграем и пойдем в магазин желаний сходим. Ай ты, блядь. Вот нехороший человек. Вот реально нехороший человек. Злой, я бы даже сказал. Ну вот... Вот что я сейчас должен делать, а? Ну вот скажи мне. О, ну еще и так, блин. Сейчас я уже этот урон получаю до минимума здоровья. Ну, охренеть. Сейчас кого не поставь, собственно говоря, я все равно в проигрыше. Ну, не мотата, это понятно. Не мота, это понятно. Угу. Опять же, я тебя понял, братан, я тебя понял. Мы живем, но недолго и нифига не счастливо, короче. Да не, ну здесь поражение. Так, ладно, пошли в магазин желаний. Разберемся с магазином желаний. И, короче, вот по моей мощи эта сборка получается на шестую лигу, да. В шестой лиге она играть будет, опять же. Так, начался наш замечательный магазин желаний. Вам еще 20 гемов нам в подарок. Ну, ни хрена себе. Так, погнали. 3 героя теперь. Все стало еще паршивее, да? Насколько я помню, медузу я пока выбирать не могу, да? Блин. А мне больше никто не нужен, фактически. Мне больше никто и не нужен. Мне нужна медуза. Ну, давайте, я не знаю. Давайте Фреддика возьмем. Фреддика возьмем, Александрию возьмем, и, ну, Италин возьмем. Вот, в принципе, мне без разницы, все остальные у меня есть, мне нужна только медуза. Открываем даром, за амбаром, первый всегда герой, ну, 10 карточек Талин. То есть самое минимальное, что могло дать, оно дало. Вам я желаю успеха в магазине, в получении недостающих героев. Так, а здесь у нас что? А здесь у нас изумрудная ярмарка, мать вашу. Что-то новенькое. Что нам там предлагают? За 5000 рублей. За 5000 рублей нам предлагают вот таких вот героев. То бишь черепаху Тартулуса, Алла, Принца Песков и Нинила. Из всех троих, пожалуй, Ал. Ну вот, в моем случае был бы еще как-то выгоден. Ну не вижу я, блин,
Хотя, не, здорово, конечно, да, за 5 тысяч, там, 5800 карточек, все прикольно. Но, конечно же, нет. Это извращение, это, блин, вообще они, короче, чеканутые, блин. За такие бабки хотеть что-то. Ну, дичь вообще несусветная, блин. Она еще болит, блин, нечеловечески, блин. Уже сидеть, честно говоря, тяжеловато. Копим монеточки потихонечку. Собираем, раздаем. Так, что там, попытка-то не откатилась, башни у нас нет. Через 9 минут. Ну вот как раз поиграем немножко, отыграем попытку в башне. И будем, ребят, закругляться потихонечку. Так, только сегодня опять изумруды. Да и хрен с ними. Так, ну поехали. Кого? Кого вы взяли в магазине? Рассказывайте. Твою мать. Ты откуда такой нарядный-то? Крокодил. Крокодил, дил, дил. Я его не убиваю в итоге. Даже так не убиваю. И даже так и не убиваю. Хорош крокодил. Ничего не могу сказать. Здесь надо не мату кидать, потому что получить столько урона я явно не готов. Просто абсолютно явно. Поставим Эрика. Эрика тоже, конечно, третий раз нужно будить благополучно. Тогда он еще что-то будет мочь. Ну, а по десяточке воровать, ну, опять же, смех смешной, блин. А, 17 воруют. Ну, 17. На себе. Нормально так. Нормально. Здесь я даже не знаю, что я могу. Вот единственное, что могу. Ну, камни сейчас, правда. Камни можно поставить. Можно поставить камни. Ну, он сейчас нас убивает, блин. А нет еще? Еще нет. А, он может сейчас хитро сделать. Он может поставить на смерть кого-нибудь. Почему ты именно вот в нее попадаешь, блин? Блин, не эту надо убивать овцу. По-любому. По-любому надо ее убивать. Ой, блин, грехи мои тяжкие. Здесь дело такое. Как бы Йорик-то здесь 7 смертей уже набрала, как бы бессмысленно. Йорик-то хорошо разогнался. Ой, не Йорик, а этот Эрик. Но, блин. Но, блин, не завезло. Ну да, в долларах, слушай, гораздо дороже. Блэр Доминуса? Ну, хорошо. Хорошо.
Ну, Харон вообще прекрасно. Тенгу, да, связи. Так. Давайте вот так вот начнем. Не, я согласен с тобой полностью, Ильхан, что если кактуса того же самого прокачать, пробудить, вот этих пробудить героев три раза, то, понятное дело, пятая лига будет нормально идти, абсолютно нормально. И четвертая лига тут вообще не за горами. Все дело, опять же, все здесь все равно, как ты, блин, не возьмись, упирается в гребаную прокачку. Упирается в гребаную прокачку. 58, двоих мы убиваем. Готов я получить 600 урона? Нет, не готов. Как бы это странно ни звучало. Все-таки так предпочел. Окей. Придется так играть, потому что оставлять 200 урона на столе тоже не вариант. Здесь урон просто льется ручьями, блин. Вот я вот сейчас это сделаю. Он у меня отнимет сколько здесь урона? Да немерено он у меня урона отнимет. 43 урона отнимет. То есть я ее не смогу просто добить. Вот в чем вся беда. Давайте так сделаем. Пускай кидает немоту. Угу. Ну, блядь, еще и Ми вот такая вот. Угу, камни пошли. О, блядь, еще и Грейс, ну твою мать. Грейс на трех пробуждениях, ну замечательно вообще. Ну, блядь, ну вот что я здесь еще сделаю? Да ни черта ты не сделаешь. Вот, родная шестая лига. Привычная, добрая, ласковая. Ну, не очень ласковая, как пойдет. Ну да, как пойдет, согласен. Меня просто прикалывает, когда вот выходит такой чел, блядь, и выставляет сходу, блядь, вот такую госту на. Откуда, из какого ада вообще ты вылез, блядь? Чем мне тебя убивать, братан? Чем? Ну, блин, я даже не верю, что я ее смогу. Получается 90... Надо, чтобы минимум два раза сюда ударило. Не, я лучше пока понадежнее сыграю, чем на эту слепую удачу. Мне с Грейс вообще категорически не везет. Пускай он убьет его, ну и хрен с ним. Так, кидаем немоту. Кидаем немоту.
Ну, понятно, что также пошла немота. Не страшно. Вот здесь сейчас как раз это не страшно. Вот это уже неприятно вообще категорически. Просто пипец как неприятно, блин. Это мне сейчас придется, получается, отдавать. Или не придется. Не, пока что не придется. Следующим ходом мы уже поставим камни. И следующим ходом тогда уже можно будет стрика использовать. Блять. О, твою мать. За что? За что? Вот скажи, за что? За что мне все это? Вот урона не хватает, категорически не хватает, чтобы убить, блин. Ну и до свидания. Блядь. Единственный вариант, который у него был, это и остро. Выходит и остро, и все замечательно, блин. Ну, ну, уже, кстати, сундуки откатились. Мы уже сколько играем-то вообще? А, ну, 2 часа уже играем. Ясен пень. Кого брать в магазине желаний, это, дружи, это, ну, вообще по-хорошему, это только твой выбор. Ничей иначе. Я же не знаю, во-первых, кто у тебя есть, кто тебе нужен, чего ты вообще, какой ты вектор развития себе на игру намечаешь. Ну и все прочие вот эти прибабахи. А без них, как бы, ну, советовать что-то, это очень сложно. То есть нужно знать, что у тебя есть, чего ты хочешь, для начала хотя бы. Давайте пока вот так вот. Доведем ее здоровье до приемлемых величин. Насколько она бьет? Там уже на 75, по-моему, да, процентов? А, нет, еще полтинник. А, 14 уровень. Полтинник еще. Угу. Ну, блин, придется тратить немоту. А что поделаешь? А что поделаешь? Он никого не убил. Вот никого не убил. Ни кристалл, ни это. Ну, кидай тоже немоту. Да, а немоту он как раз и не кинул. Я тебя понял. Так, на 115 он бьет. Блять. И то не убили. Вот пошла как раз немота. И вот что мне теперь делать с этим? Что мне теперь с этим делать? Как мне от этого кренделя теперь избавляться, во-первых? Ибо режет он не кисло. А у меня двойных атак-то толком и нету. И убивать-то мне его тоже толком и нечем. Я его, получается, так просто не пробью. Вот что вся беда. И острый здесь нету. Двойных рун у меня нету. По 22 он лупит, блядь. Ну, в принципе, здесь опять же можно сдаваться. Опять же, все это происходит из-за того, что тупо мои герои не дотягивают. Вот и все. К сожалению. Все стандартные легендарки. Ну... Слушай, я не знаю. Ну, могу тебе посоветовать. Ну, Харона могу посоветовать. Шамуну. Сейчас вообще, честно говоря... Вот в нынешних реалиях очень сложно что-то советовать. Харона, Грейс могу посоветовать, Шамуну могу посоветовать. То есть, ну, в таком плане все.
Блин, вы что, прикалываетесь? Вы, кого вы мне даете? Вот это шестая лига. Шестая. Вы кого мне даете? Ну да, но нет, два пробуждения, 17 уровень. По 25 Грейс бьет, блин. Вы что, угораете? Да идите в сраку, блин. Ну, ребят, это уже вообще вот сейчас смех начался, блядь. Вот это вот он дает перекачи, и я вас уверяю, они играют в пятой лиге. Это дичь вот с этими лигами. Он вообще не привязывает к лиге игроков, которых тебе дает. То есть вообще не парится, он просто вот дергает. Вот сколько у него мощь? Ну, он как бы мощь подходит у того героя под эту лигу. Он его выдергивает. Неважно, что он в пятой играет. Ну, здесь 20 тысяч. Здесь еще, ну, тоже, кстати, вот откуда он его достал? Еще и Цезаря. Твою мать, вообще весело. Бля. Ну, началось. Ну, это вот единственное, что я здесь могу поставить. Сейчас и остро придет, да? По-моему, у него есть и остро. Если есть, то она сейчас придет. Нет, его остро нет. Два, три. Мы его все равно, да? А, не убиваем. Вот, блин. Ну, сейчас немату кинет, да? Но это было бы логично. Нематон, кстати, не кинул. Что странно. Что странно. И вот мне теперь с этим вот надо разбираться. На самом-то деле. Ну, здесь она уже бесполезна, потому что все забито. Пока, ну, немату тоже не вижу. Надо, чтобы он еще... А он сейчас, наверное, Цезаря, да, какого-нибудь поставит. Я его, кстати, встречал, этого Дэниела, помню, я его по 56 он долбил. Тогда у меня немного другая сборка была. Здесь немату я уже обязан был кидать. Тогда у меня немножечко другая сборка была. Ну, я могу здесь, конечно, Грейс поставить. Это мало что даст. Ну, 199 у него осталось. Блин, ну хорош уже, а. Без острый, ну да, согласен. Камушки он поставил, один камушек уничтожился. Мало что это дает, вообще мало. Ну, еще и яды. Поставлю я тоже камни. Поставлю я стрика. Да тут-то мы не достали. А, Цезарь. Прекрасно. Просто прекрасно. Здесь по-любому нужны двойные руны. Стрик он сейчас убивает. Блин, вот перекачанный Цезарь, перекачанный этот тотем, блин, гребаный. Ну да, 79-85. А, ну, блядь, ставишь... Его по-любому придет этот. Ну, это уже классика вещей вообще. Он еще и на себя, кстати, бабл кидает. Вообще красавчик. Дает щит судьбы случайному союзнику. Случайному. Ну да, ну да. Блять, задолбал нахуй.
опять всрали. Ну, блин, жесть просто, блин. Просто. А, еще и Вилана, блин. Надо же, с Цезарем справились. Воу! И с тотемом справились. Трэшачок, конечно, блин. Трэшачок. Ну да. Не хватает маленько. Да, здесь сейчас, конечно, мы обосремся по полной программе. По 130, блин. Охуеть можно. Мы здесь все равно проиграли, то есть 120 он сейчас так наносит, ему достаточно любого стрелка сюда поставить, и как бы 120-140 там даже получается, 145, по-моему, любого, в принципе, ставишь и побеждаешь, к сожалению. А, ну еще и тотем. Еще и тотем. Он еще и издевается, кстати. Он еще и издевается. Ну, не могу я с такими, извините, чудищами играть, блядь. Еще и Цезарь ставить. Да ты, блядь, мудак, что ли? Вообще, блядь, конченый, нахуй. Ну и все. Блин, вообще просто жесть, блядь. Вот чувак, кстати, на зданиях играет. Ну, к сожалению, я говорю, реально, вот эта сборка. Ни Кактус, ни Эрик не дотягивают до нужных величин. Ну, вы посмотрите просто что-то. Не, ребят, все, сейчас будем заканчивать. Это я уже потом сам буду сундуки набивать. Сейчас он просто не даст уже по-человечески играть. Это все. Хана, блин, полная. Тут, ну, вы сами видите, что творится просто. Это дичь, короче, блин. Просто реальная дичь. Давай, давай, убивай стрика там. А, не, он просто атаку у меня все украдет. Это еще веселее, я согласен. Это еще веселее. Полностью поддерживаю. Вот единственное, что я здесь могу поставить, и ничего это не даст. Надо закругляться. Тут даже то, что я там немоту эту кину, ничего не даю. Ничего. Давай, давай, выпускай своих этих. Они еще встали хорошо. Ну, здесь как бы они не встали, все равно бы они встали хорошо. О, надо же, он нам еще даже шансы дает. Ну, нифига себе. Вот и щедрый-то, братан. Все. Ребят, на сегодня все. Это, блин, уже я сейчас психовать начну, материться, кому это надо. Как-то так. Я говорю, сборка сама по себе, вот эта, она абсолютно нормальная. Просто у меня основные герои, которых ты здесь используешь, Фелькан, они у меня просто хреново прокачаны, вот и все.
И по мне, ты вот... Ну, ты вообще, я смотрю, не любитель особой немоты, и Огр здесь крайне не спасает. Когда я такие сборки беру, я все-таки стараюсь сюда и Остру впихнуть. Либо и Остру, либо Грута, может быть. Ну, конечно, понятно, что у меня кактуса не хватает элементарно. То есть, вот то, что он на здоровье будет получать на третьем пробуждении. Я пока ему третье пробуждение просто не могу дать. По-хорошему, да, конечно, нужно третий раз его будить, тогда он заиграет абсолютно новыми красками. То же самое касается и Эрика. Даже если догоню его до 16-го, ну, все равно мало. То есть, вот, основная плюшка будет, то, что очень много он атаки будет воровать. Да, сейчас здоровье он набирает хорошо, но это здоровье позволяет ему просто стоять, оно ни на что не влияет. Танк и танк. Йорика тоже надо будить, будить и будить, и играть с ним. Вот, в принципе, как-то так. Ладно, ребятушки, спасибо всем, кто был. Следующий стрим, ну, объявлю. Реально, просто уже и спина болит, и башка болит. Не готов просто дольше сидеть. Вот, спасибо всем, кто был. Кто не подписан, подпишитесь. Welcome в Telegram. Всем всегда рад, всегда стараюсь отвечать. Пишите в комментариях там, что вам понравилось, что не понравилось. Может, что-то поменять, еще что-то. Ну и, в принципе, все. Хорошего настроения, хороших выходных, ребят. Удачного магазина желаний. Ну и на этом все. Пока-пока, друзья. Пока.